Примерно столько же времени уйдет на разработку планов строительства. Речь о новых микрорайонах в подтопленных районах области. Например, в Тулуне уже определены 5 земельных участков, где могут появиться новые дома. Выбором территорий занимается команда узких специалистов. Сначала варианты проработали на картах – гидрологических, сейсмических, грунтовых. Главное требование к этой земле – безопасность по всем параметрам. Особенно под многоэтажную застройку. Кроме того, участки оценили на месте. Специалистам нужно представлять, каким образом на эти территории проводить коммунальные сети и строить дороги. Среди экспертов – руководитель Министерства строительства природных ресурсов, имущественных отношений и стройнадзора. В составлении планов принял участие глава региона Сергей Левченко. Определили 5 участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Посмотрели их все 5, выбрали наиболее приоритетные, определились, где можно строить многоэтажные дома, 5-этажные. И, возможно, мы проработаем в течение нескольких дней и возможность 9-этажного строительства с учетом грунтов, с учетом сейсмики, которая здесь есть в городе официальной, 7-8 баллов.